Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как люди ловят всякую гадость к себе на комп. На примере программки Formark. Программа предназначена для тестирования видеокарты и процессора, ну, в общем-то, всей системы под нагрузкой. То есть, когда я собираю свежий комп, или когда ко мне приносят комп и говорят, что он выключается в игрушках, ну, вместо того, чтобы запускать игру, я просто качаю эту утилиту, ставлю и оставляю на тест на несколько часов. По результатам смотрю, вырубился, комп перезагрузился, могу посмотреть температуру видеокарты в процессе тестирования и так далее. В общем, утилита предназначена для того, чтобы нагрузить компьютер по всем направлениям. В простонародье она еще называется «волосатый бублик» за вид самой тестилки. Вот так вот она выглядит. Внизу показывает температурка. Ну так вот, в чем суть? Надо было мне скачать эту утилиту. Соответственно, набираем Formark в Яндексе. Вот смотрите, первый сайт выходит Formark.ru. Заходим на него. Выглядит он как официальный сайт программы. На самом деле это хитрые люди. Знают, что эта программа достаточно популярна. Зарегистрировали русский домен .ru, потому что у самой программы нет русского домена. У них только .net-домен, Ozone 3D. Это их официальный сайт. В русском сегменте все ходят на formark.ru. Все оформили, сделали все красиво, там отзывы, скриншоты, контакты, прям вот все гламурненько, все чин по чину, очень стильно выглядящий сайтик. Качаем утилиту Formark, он качается, никаких нам реклам не выдает, ничего не выдает. Обычный zip-архив, тоже все окей. Ну то есть это как бы лайт-вариант мошенничества, я считаю. Не так, чтобы прям вот сурово вам впаривают какой-то вирусняк, просто хитрят. Я считаю, что это тоже мошенники, так некрасиво делать. Дальше распаковываем, заходим внутрь, смотрим, порядок установки, Formark и непонятная хрень. Смотрим в порядок установки. Осторожно, для предотвращения установки рекламного ПО от Ozone 3D предварительно в обязательном порядке установите AdGuard Installer. Вот как раз рекламное ПО — это вот AdGuard Installer. В принципе, он может быть даже полезный, он может блокировать какую-то рекламу в браузере или еще что-то, но когда мне пытаются что-то впарить, я это сразу подозреваю как дрянь. То есть я ее даже запускать не хочу. Я думаю, вдруг они правы. Вдруг от Ozone 3D ставится какая-то дополнительная примочка, которую реально блокирует этот AdGuard. Хорошо, проверяем, запускаем. Далее. Соглашаюсь, далее. Здесь меня ничего не просят. Но он говорит, что у меня уже программа установлена, окей. То есть все чисто, никаких дополнительных кнопочек там не ставить, какие-нибудь Яндекс.Браузер, еще что-то. То есть ничего дальше не просит. Создать ярлычок на рабочем столе, создать ярлычок в быстром запуске. Далее install. То есть программка чистая, ничего лишнего не спросила, ничего лишнего не поставила. Ну и как бы скажу, забегая вперед, да, что я знаю эту программу, и в принципе она безвопросная. Открываем, запускаем, все. И видите, у нас сразу Formark говорит, что «О, есть более свеженькая версия, скачайте-ка ее». Download. И мы попадаем на Geeks 3D. Это официальный сайт программы, где она, собственно, и лежит. Без всяких веселеньких дополнений в комплекте. Так что, когда ищете какую-то утилиту, особенно если ее пишут не русские разработчики, то смотрите официальный сайт, старайтесь искать исходник. А вот эти вот промежуточные варианты с дополнительными дрянями, которые вам пытаются впарить, старайтесь игнорировать. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Всем спасибо, пока, до новых встреч.